Всем привет, дорогие друзья! В этом видео я подобрал 10 крутых и безумных товаров из Китая с сайта AliExpress, которые вам точно понравятся. Получайте кэшбэк с ваших покупок на AliExpress от 7 до 15%. Регистрируйтесь в кэшбэк-сервисе EPN, устанавливайте плагин в ваш браузер, совершайте покупки и получайте до 15% кэшбэка. Сэкономленные деньги можно выводить любым удобным для вас способом. Ссылка на кэшбэк в описании. А для тех, кто досмотрит видео до конца, будет конкурс на 1000 рублей. Поддержите меня и поставьте лайк, ведь я стараюсь для вас делать новые подборки каждый день. Итак, поехали! Вот такой инвектор поможет преобразовать напряжение постоянного тока в 12 вольт вашего автомобиля в напряжение переменного тока в 220 вольт. Корпус прибора сделан из алюминия, что делает его легким и прочным. В задней части его вентилятор для охлаждения. Там же находится клемма для подключения кабеля от аккумулятора и два предохранителя. На передней панели устройства расположены индикаторы режима работы, розетка для электроприборов и тумблер включения и USB-порт. Подключив преобразователь с помощью клемм к нему, можно запитать практически любой прибор домашней бытовой техники или зарядить мобильный телефон, ведь его выходная мощность 2000 Вт. Питание для инвертора можно взять и от силового гнезда в салоне автомобиля. Собираясь в поход или в поездку, неплохо подумать о зарядке ваших гаджетов. В качестве бюджетного варианта зарядного устройства на солнечных батареях послужит Powerbank от известного китайского производителя Blitzwolf. Три солнечных элемента размещены в секциях плотного чехла, а четвертый находится блок с USB-портами для подключения зарядных кабелей. Максимальный эффект можно достигнуть, расположив развернутый Powerbank под прямым углом к солнцу, используя штатный карабин и веревку, будь то палатка или походный рюкзак. Мощность устройства на выходе составляет 20 Вт, а вольтаж и сила тока вполне соответствуют стандартным параметрам заряда новых современных гаджетов. Хорошим приобретением для автомобилистов станет органайзер, крепящийся на спинку автомобильного сиденья. Благодаря данному устройству в вашем салоне будет всегда порядок, а необходимые вещи для пассажиров будут лежать на своих местах. В органайзер можно класть различные предметы – книги, журналы, бутылки с водой, игрушки вашего ребенка, планшеты. Материал органайзера неплохой, карманы достаточно глубокие, а также сможете защитить спинку сиденья от грязной обуви вашего ребенка. Этот светильник хорошо впишется в ваш интерьер, создавая атмосферу звездного неба. Он укомплектован пультом управления, что придаст комфортности при выборе светового потока и различных режимов его работы. Светильник оснащен встроенными динамиками и модулем Bluetooth, что позволит управлять им с помощью телефона. По своему желанию можете установить время включения-отключения музыки и света. Устраивать настоящую дискотеку со светомузыкой под любимые мелодии. Он не боится перепадов напряжения и при этом очень экономичен. Небольшой автономный фонарик в виде шайбы подойдет для различных вариантов, где отсутствуют автономные источники энергии. Вполне приличную яркость обеспечивают три светодиода. Включается фонарь нажатием кнопки по центру, которая служит одновременно стеклом. Работает фонарик от трех батареек типа 3А. В поверхности такой фонарик крепится с помощью полоски двусторонней липкой ленты или липучки. Расположение фонаря разнообразное, будь то кухонный шкаф, багажник автомобиля или его салон. Фонарик экономичен, что поможет сохранить ваши деньги. Растовая кукла в виде наездника на плечах сказочного героя. На ваш выбор предоставлены костюмы различных персонажей. Это гномик, кенгуру, пони, ковбои, белые медведи и многие другие смешные герои. Для чудесного преображения достаточно надеть широкие брюки со свисающими по бокам бутафорскими ногами. Просторный костюм с эластичным поясом производится из полиэстера и мягкой подкладки. Такие костюмы позволяют взрослым на время окунуться в детство, забыть о насущих проблемах и от всей души повеселиться на вечеринке, либо разыграть близких друзей. Удобный и стильный чехол в виде кошелька или бумажника позволит вам разместить в одном месте не только телефон, но и множество важных мелочей. В него можно положить документы, деньги, кредитки, проездной на общественный транспорт. Чехол изготовлен из натуральной кожи. Все швы на нем качественные и аккуратные. Закрывается с помощью магнитов. Аксессуар превосходно лежит в руке и смотрится очень стильно и солидно. Он подходит и женщинам, и мужчинам. На ваш выбор предоставлены 7 цветов такого чехла для телефона. Металлоискатель. Прекрасный и удобный инструмент, незаменим для быстрого нахождения металлических предметов, обнаруженного металлоискателем. Позволяет очень точно обнаружить цель благодаря статическому принципу поиска. Достаточно провести пинпоинтом внутри ямы, и если предмет находится вблизи, указатель завибрирует и подаст звуковой сигнал. При этом одновременно загорится светодиод. Работает от батарейки типа крона. В комплекте идет кобура для крепления на пояс. Корпус влагоустойчив, что позволит использовать его и под водой. Такой металлоискатель обладает более продвинутыми поисковыми характеристиками и стабильностью в работе. Во время занятий спортом необходимо регулярно пополнять запас воды, теряемым организмом в процессе тренировок.
Для этой цели лучше всего подойдет вот такая пластиковая бутылка, емкость 2,2 литра. Ее удобно держать в руке, она не выскальзывает благодаря особой ручке и рифлению на ней. Крышка выполнена из нержавеющей стали и плотно фиксируется на бутылке. Она снабжена уплотнительным кольцом для защиты от выливания. На бутылке есть линии с маркировкой литража. Ремешок, соединяющий крышку и бутылку, не даст упасть к крышке на пол. На ваш выбор предоставлено несколько цветов спортивной бутылки. Зарядка аккумулятора портативного фонаря происходит как от солнечных батареек, так и от генератора. Вращение ручки в течение 1 минуты дает заряд энергии на 30 минут свечения. Хорошую яркость дают 3 светодиода. Прорезиненный кольцевой уплотнитель и заглушка защищают контакты от влаги. При помощи карабина фонарь можно зафиксировать на поясе, повесить на рюкзак, на ветку дерева, прикрепить к потолку палатки. Фонарик подходит тем, кто длительное время находится вдали от средств цивилизации. А теперь я разыграю 1000 рублей на счет мобильного или же на кошелек WebMoney. Условия: поставить лайк, написать комментарий и быть подписчиком моего канала. Когда на этом ролике наберется 500 лайков, результаты будут подведены в моей группе в ВК. Участвуйте, так как есть шанс, что именно вы, да вы, станете победителем. На этом на сегодня все, а вам я желаю удачи и хорошего настроения.